Всем привет-привет, огромный пламенный привет от моего канала Елена Мастер Лив. Сегодня у меня такой необычный опять мукбанг за камерой. Я кушаю домашние манты. Очень вкусные, необычного приготовления. Одни у меня с картошкой, с фаршем, с луком, а другие с тыквой. Сверху я еще посыпала немного соли перед тем, как варить. И посыпала перцем, смесь перцев. Вот, мельница такая. Сделала я их, приготовила не на мантоварке. Я еще умею на сковородке. То есть сковороду обмазываем маслом, ложим туда манты, наливаем по плечике воду и варим минут 30 под крышкой на медленном огне после того, как закипит. Сегодня я сделала в микроволновке ровно 10 минут. Можно 12. Вот такие вот вкусные. Это у меня с тыквой. Это у меня с мясом, с фаршем и с картошкой. Картошку я кубиками. Дружно подписывайтесь ко мне на канал. У меня очень много рецептов, много полезного. Про все. Очень разносторонний канал. Если будете делать в микроволновке, тоже манты кладете. Масло сливочное, можно растительное. По плечике наливаем воду, закрываем сверху крышкой, тоже жаропрочную посудину. У меня стекло. И я 10 минут это готовлю. Такая вот вкуснятина. Домашние манты. Тесто тоже домашнее. Заходите, увидите рецепт. В смысле, у меня рецепт? Плейлист есть. Блюда разные. Рецепты. Сегодня у нас практически уже середина июля, и в моем саду на даче огороде выросла редиска, очень вкусная. Я сделала салат с редиски домашней. Редиска, специи, соль, перчик, сметана и зелень тоже с огорода. Здесь у меня укроп. Листья салата, базилик, или иными словами ореган, и особенно кинза. Я ее обожаю, кинзу. Это капуста. Вкуснятина. Хочу похвастаться своим урожаем, чтобы вы поверили. Вот. Смотрите, ребята. Вот такая вот у меня выросла редиска. Это не редиска, а редисище. Это просто, это, знаете, это, я не знаю, как вам объяснить. Вот такое... Вот сорт редиски. Кстати, листья тоже съедобные. Их как-то обдают кипятком и готовят в салатах, в супах. Ой. Очень вкусная. Я вчера порезала на салат. Была горьковатая. Если не поливать редиску, она будет очень горькая. Надо поливать. У нас лето нынче классное. Идут дожди периодически. Засухи нет. И поэтому редиска вот таких вот огромных размеров. Очень много. Я вчера 5 килограмм собрала. Там еще целый пакет у меня в холодильнике. Манты назад.
Кроме того, что у меня растет на огороде на даче. Заходите, дружно подписывайтесь. У меня есть отдельный плейлист. Дачка-огород, 10 соток. Первый год. Как мы перепахивали целик. Ой, как земли туда-сюда рыхлили. Я как там ползала, как семена сажала. И что выросло до сегодняшнего дня. У меня кроме огорода еще дома растет базилик. Запах обалденный. Ребята, вкусно, очень вкусно и полезно. Я называла орегано, но это не орегано. Орегано — это душица такая, приправка. Называется базилик регано. Другими словами, регано. Очень вкусно. Даже вот, то есть каждый может дома себе вот посадить вот такую вот вкусную приправу. Ну-ка. Вкуснятина. Как в сушеном виде, вареном, можно с мясом. Кавказцы это знают. Они очень широко применяют базилик, орегано в своих блюдах. Я сейчас вам расскажу про него. Во-первых, это афродизиак. Если будут кушать мужчины и женщины, вы понимаете, что целые сутки они будут друг за другом бегать. Вот я лично выращиваю круглый год. Понимаете? Мне нужна энергия. В состав базилика входят витамины В, С, К, Е, ПП, минералы, кальций, магний, калий, марганец, медь, селен, эфирные масла, аминокислоты, белки, углеводы и немного жиров. Всего лишь 0,65 грамм. Не растолстеете. В общем, как я сказала, это культурное растение считается натуральным природным афродизиаком. Влияет на нервную систему очень положительно. Немного базилика в составе, если каждый день кушать в рацион, буквально творит чудеса, ребята. Это растение насыщает массой полезных веществ, помогает восстановить силы, укрепить иммунную систему, получить положительный энергетический заряд. Также выраженный антисептический эффект, жаропонижающий эффект, патогонный эффект, противокашливающее действие, противоотечное, кто отеками страдает, отхаркивающее и омолаживающее, то есть будьте вы молодыми, омолаживающее действие. Как-то немного неудобно мне говорить, кушаю и это рассказываю, да? В общем, лечит заболевания верхних дыхательных даже путей базилик. Вот так вот, половую систему, ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Сердечно-сосудистую систему лечит. В общем, обалденная такая запашистая приправа. Рекомендую. Вот. А особенно полезно для мужского здоровья. Дружно подписывайтесь ко мне на канал, ставьте лайки. Буду рада. Вот такой мукбанг у меня интересный получился. Даже, ребята? Друзья.